черный лебедь – единственный лебедь, обитающий в Австралии. В 1864 году он был завезен в Новую Зеландию, а в настоящее время встречается во многих европейских парках отдыха. Сухой климат Австралии неблагоприятен для лебедей, но черный лебедь прекрасно приспособился к здешним условиям. Он отлично летает, и эта способность очень важна, так как в поисках пресной воды и пищи черным лебедям приходится преодолевать значительные расстояния. В гнездовой период черных лебедей можно встретить вблизи больших, неглубоких пресноводных озер или других водоемов. В другое время черные лебеди часто встречаются в защищенных морских заливах, лагунах и на морском берегу. Питается черный лебедь растениями и только изредка поедает насекомых и других беспозвоночных. Пищу он добывает со дна, доставая при помощи своей длинной шеи корневища водных растений. На мелководье лебедь собирает свое любимое лакомство – ряску. Иногда черный лебедь ищет пищу и далеко от воды, обычно на полях, где с большим аппетитом щиплет молодые ростки культурных растений. Thank you.